В Нейрингре состоялся традиционный, уже 15-й по счету, конкурс «Семья года». В этот раз в финале приняли участие 8 семей. Некоторых из них на фестиваль готовили и собирали целым поселком. Кто же одержал победу в конкурсе, узнала Галина Якимчак. Юбилейный фестиваль «Семья года 2016» стал настоящим красочным, ярким и многолюдным праздником. Все участники очень серьезно подошли к подготовке к конкурсу. И многим из них действительно было чем похвастаться и удивить. Стол в стиле царской семьи, на основании икры вот этой, больше склонились к фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Готовили все вместе, долго, упорно. Ну, не знаю, что еще сказать. Спали не двое суток. Яркие национальные, концептуальные и даже карнавальные костюмы притягивали к себе внимание зрителей. В этой толпе нам попались даже настоящие пираты. Пираты? А потому что у нас деды пираты. Ну, в смысле моряки. Они плавали по морям 3 года, по все страны объездили. У нее дед плавал, у меня плавал, у нее папа еще плавал. Поэтому мы пираты по крови. Пираты Чупышевы прибыли на конкурс из поселка Беркакит. А в команде поддержки семьи был и сам глава поселения. Мы готовили все поселения. Большую работу провел Дом культуры, дружба, специалисты администрации. Каждый год мы принимаем участие, вот «Семья года». Подготовка к такому грандиозному событию занимает обычно около месяца. Концепцию выступления семьям обычно помогают разработать профессионалы. 2 режиссера там помогали нам. Анна и Ира вроде. И помогали нам, придумывали они, мы помогали тоже, добавляли свое, всякие там сценки, песенку. В этом году в финале конкурса приняло участие 8 семей, представляющих различные предприятия, организации и даже целые поселения Нерюнгринского района, такие как Йенгра, Золотинка и Беркакит. В этом году сделали такое новшество, будет одно гран-при, и каждая семья получит определенную номинацию. Также семьи продемонстрировали перед многочисленными зрителями и строгим жюри актерские, музыкальные и интеллектуальные таланты. В целом все мероприятия в рамках фестиваля слились в один замечательный праздник, который запомнится нерюнгринцам надолго. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгри.